В общем, ребята, у нас пришла осень, наконец-таки. А осень у нас приходит вот таким образом. Раз, снежок выпал. И мы решили вот поехать отдохнуть. И вот заехали, встретили еще ребят на дизельном Хантере. Везет 5 человек. Гудит, трещит, едет. Ужас. Вот смотрим, такая вот красивая картина. Такой вот пейзаж. Урал, 2015 год. Потихоньку. Это у нас такая осень. Зимой, конечно, будет легче, снега будет побольше, все будет ровненько. И будем ехать хорошо. Вон там Серега ругается, сейчас засниму как. Мат стоит, кошмар. Здесь стаскивает влево. Наклон. Не знаю, видно, нет. Вот я пытаюсь прямо камеру держать. Небольшой вроде наклон, но тащит влево капец. Вот хоть убей. Колеса спущены. Если кого интересует, можно посмотреть. Это вот с правой стороны. Нагрузка огромная на полуоси, на всю трансмиссию. Серега скользит. Серега, спустить надо сильнее, прям в лепеху. И поедет. Давай проверим. Ха-ха-ха. Боится. Сейчас без блокировок, уже с
блокировками сильнее стаскивал. Вот, с разгончику отперли. Так, сейчас вечер. Это вот, я не знаю, стоило для этого ехать сюда. Нет, сегодня день водителя, поэтому как бы у нас есть небольшое оправдание. То есть мы приехали в лесок на вот этом УАЗике, на замученном, отметить день водителя. То есть сейчас кругом лес, тишина, туман. Высота 800 метров. Очень-очень-очень мало людей, практически не встречаются. Вот. И сейчас мы разожжем костерок, зажарим шашлычок и поедем домой. Это вот на наш... Ради этого мы сегодня тут это... Как это назвать без мата? Немножко помучились. Так вот. Вот так вот последней газовой горелкой разжигаем костер. Последним граммом газа.